Вас приветствует санаторий Шейникова Белшина. Значит, начальник бюро маркетинга Бегунов Александр Сергеевич. Значит, кратенько о санатории могу пояснить следующее. Значит, основной профиль санатория – это опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система, значит, органы пищеварения, дыхания. Значит, год образования санатория 1973. Значит, санаторий рассчитан на 200 койко-мест. Изюминкой санатория является это бассейн с минеральной водой. Значит, на территории санатория есть две минеральные скважины глубиной 430 метров. Значит, во всех процедурах используются те же ванны, спа-процедуры, минеральная вода из минеральных двух источников. С автоматизированными технологиями туризма мы начали работать с 2008 года. За эти годы мы так сплотились, можно сказать, и ведем активную работу по реализации, значит, путевок ближние и дальние зарубежья. Значит, что можно сказать? Можно поблагодарить весь коллектив автоматизированных технологий туризма за их труд и нашу совместную работу.